какое-то счастье, и у тебя еще добавляет много друзей. И ради этого мы приехали от так далеко, издалека. А мне вот даже кажется, нам старикам меньше помогут, ну как побудут духовно. Усердно, я же вот сейчас вашу встречу не забуду. Очень приятно приносить людям добро и взамен получать улыбки. Да, дарим людям добро, можно так сказать. Воспитание молодых людей, не только трудовой дисциплине, некому трудовому такому потенциалу, но это как раз воспитание сочувствия людям, творить добро, помогать, созидать. И на самом деле они реализуют технологию равны равному, когда они на своем уровне ребятам рассказывают, что есть движение студенческих отрядов. По воле души идем без сомнения, оставим свой след для других поколений.